Возлюбленные во Христе воскресшим братья и сестры, приветствую вас жизнеутверждающими, полными неизреченной радости словами «Христос воскресе!» Великую и священную Пасху, очищение всего мира, Слово Божие и свет, и жизнь, и мудрость, и силу празднуем мы сегодня, говоря словами святителя Григория Богослова. Воскресший Христос побеждает смерть крестным подвигом. Для спасения человечества, отступившего от Божия замысла, Он восходит на крест, смирив Себя даже до смерти, и дарит нам Своим воскресением новую Пасху, таинственный переход от смерти к жизни, от тьмы к свету, от земли к вечному Царству Божию. Воскресение – важнейшая часть божественного плана о человеке, достояние всех людей. И как Христос воскрес из мертвых, так воскреснет и каждый из нас. За смертью непременно следует свет воскресения. Доказательством этого является Христово воскресение. Величайшая любовь Божия к миру рождает Церковь. Церковь – это все мы, любящие Бога, связанные друг с другом верой в воскресшего Господа и любовью к Нему и друг к другу. Перед причастием за литургией прежде освященных даров мы вместе с Церковью повторяем «Верою и любовью приступим, да будем причастниками вечной жизни». Любовь преображает, очищает и освящает все вокруг нас. Следуя заповеди Спасителя о жертвенной, самоотверженной любви, мы наполняем свою жизнь неугасимой пасхальной радостью. Через участие в таинствах Церкви, через молитву и смиренное принятие воли Божией, через дела милосердия и служение ближним мы соединяемся со Христом. Жизнь в свете воскресения – это победа над любой скорбью и печалью. Это полнота мира и радости. Возлюбленные во Христе братья и сестры, великий и святой праздник. Праздников праздник и торжество из торжеств. Сердечно поздравляю вас со светлым Христовым воскресением. Радость о воскресшем, объединяющая нас, да пребудет со всеми нами в эти святые дни и во все дни жизни нашей. Христос воскресе, воистину воскресе!